Татьяна, добрый день. Добрый день. Ваш любимый звук? Тихий, спокойный, как скрипка. Звук, который вас больше всего раздражает? Громкие барабаны и труба. Что может вызвать у вас улыбку, если вам даже очень грустно? Маленькие животные, дети. Что для вас самое главное во внешности человека противоположного пола? Опрятность, ухоженность, открытые честные глаза. Что вы предпочитаете, принять контрастный душ или понежиться в ванной? По-всякому. И контрастный душ с бассейном, и понежиться в ванной. Какое блюдо вы мечтаете попробовать? Какое-то изысканное, которое я еще не знаю и не видела. Любите ли вы приглашать домой гостей? Да, люблю. За чаепитием, тортики, пироженки, конфеты. Можете ли вы проснуться утром без кофе? Конечно, потому что кофе я не пью, а пью только чай красивый, душистый, зеленый, черный, травяной, цветной. Вы любите праздновать свой день рождения? И какой для вас идеальный вариант отметить его? День рождения я праздную на работе, в кругу своих сотрудников, потому что все понимают, там, знают меня уже почти досконально. А как бы я еще хотела отметить... Ну, может быть, на необитаемом острове. Что вы любите делать летом? Ой, летом я люблю на море быть, загорать, плавать. Больше всего плавать, чем загорать. В теплой морской воде. И слушать чайки, и смотреть на дельфинов. А что вы любите делать зимой? Зимой я люблю бродить по заснеженным улицам, по большим сугробам, когда деревья стоят в снегу, как в сказке, и слушать пение птичек. Оставшейся зимой. Продолжите фразу. Я всегда хотела, чтобы... Я всегда хотела, чтобы у меня был уютный дом, чтобы рядышком был надежный человек, который всегда подаст мне руку и защитит, и рядышком были счастливые, красивые, здоровые дети.